Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Когда Джан Яман решил продлить свое пребывание в Италии, это оказало неожиданное влияние на Демет Оздемир. Хотя в прошлом у них были романтические отношения, со временем они пошли разными карьерными путями и расстались. Однако это решение оставило глубокие шрамы в эмоциональном мире Демет. Дни, проведенные в Италии, стали для Джана не просто работой, но и возможностью обрести душевный покой и переосмыслить свою жизнь. Однако это решение возродило в сердце Демет прежние чувства и стало для нее неожиданной трудностью. Когда Демет узнал, что Джан изменил дату своего возвращения, он почувствовал смешанные эмоции. С этой внезапной переменой прошлая связь между ними снова вышла на первый план. Однако, несмотря на свои эмоциональные трудности, Демет попыталась понять личное решение и свободу Джана. СМИ и фанаты с большим любопытством следили за этим развитием событий. Реакция Демет и динамика отношений между ними получили широкое освещение в журнальном мире. Особенно эмоциональные реакции Демет открыли окно для понимания ее истинных чувств и внутреннего мира. Изменение даты возвращения Джана Ямана повлекло за собой новое предположение о будущем дуэта. То, как обе стороны будут управлять этим процессом и эмоционально прогрессировать, было среди деталей, которые будут раскрыты в ближайшие дни. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.